Вот наш с вами ноутбук в хорошем состоянии. Здесь от наклейки осталось немножко. Все оттираем по внешнему. Остальному все отлично. В комплекте идет зарядное устройство. На крае нигде ничего не обкоцано. Задняя крышка. Здесь только, как взял, наименование. Так, заходим. Ebook 15, лаптоп, Mate 8, обычная карта Graphics Family и GeForce MX110. Далее заходим в отчет по AIDE. Оп, так. Это все вытащим. Чуть по AIDE, DDR4, Pentium Silver. Жесткий на терабайт. Видео. Угу, все как показываю. Модель, производитель, материнка. Все стандартно. Здесь, соответственно, у нас в диспетчере все то же самое отображается. Свойства все то же самое. Далее уже заходим с вами, подходим к проверке. Монитор без засветов, без пожелтений, без каких-либо дефектов. Стандартно работает. Нажимаем завершить. Сейчас перейдем к тесту клавиатуры. Так, сейчас еще кристалл запущу, забыл совсем показать. Так, тачпад. Здесь, соответственно, у нас вся клавиатура. Клавиши легко нажимаются. Так, оп. Вот. Скип. Так. Угу. Далее, соответственно, зажимаем Fent. Нажимаем End, и он у нас отобразился, и Interest, Scarlock, все полностью рабочее. Так, далее уже заходим в YouTube, интернет у нас не очень, но включим что-нибудь. Звук хороший. Картинка все показывает. Еще раз заходим в проводник с вами. Так, открываем кристалл. Терабайт в состоянии хорошее. Общее время работы всего лишь 567 часов.